Привет, с вами Камила, и вы смотрите очередной выпуск Камила Секретс. Сегодня я покажу вам, как красиво оформить мыло с нуля холодным способом, который я буду делать вот по этому рецепту. Процесс приготовления нулевки в более подробном варианте вы можете посмотреть в предыдущих моих мастер-классах. А сегодня я сразу приступлю к приготовлению мыла. Итак, начнем. Перед началом работы не забудьте, пожалуйста, изучить технику безопасности при работе со щелочью. Традиционно я растопила на водяной бане базовые масла и потом буду готовить щелочной раствор. Обе фазы надо довести до одинаковой температуры, это очень важно. Также я буду мыльную массу красить, буду использовать для этого сухие пигменты, разведенные предварительно в оливковом масле. Итак, прошли сутки, мыло застыло, и теперь его можно нарезать. Несмотря на то, что мыльная масса была достаточно жидкая, все равно через сутки мыло приняло свое твердое состояние. Для того, чтобы удобно и ровно нарезать мыло, я предварительно разделила его на части, на которые буду резать, и отметила вот такими небольшими надрезами ножом. А теперь режу.
вот и все. Теперь осталось мыло созреть где-то 4-6 недель в темном сухом месте. Обычно для таких целей я использую коробку из-под обуви, проделываю в ней дырочки и храню там мыло. Сегодня я вам показала, как красиво можно оформить мыло с нуля холодным способом. С вами была Камила. Пока!